Всем привет, на связи Мабу. Мабу — это проект по разработке мобильных приложений. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о счетчиках у такого виджета, как Bottom Navigation. Например, у вас есть виджет Bottom Navigation, состоящий из трех вкладок: фильмы, сериалы, мультфильмы. И вы, например, хотите возле заголовка вкладки с фильмами указать количество добавленных фильмов, например, плюс 15. Как это сделать? Все просто, вам нужно добавить счетчик. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видеоформате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Итак, для создания такого счетчика мы там, где создавали Bottom Navigations, то есть в нашем Activity, создаем объект Badge и устанавливаем его для определенной вкладки Bottom Navigations. По ID-шнику. ID-шник можно взять из навигационного меню, которое мы прикрепили к Bottom Navigations, из которого Bottom Navigations выходит весь контент. Мы устанавливаем все для вкладки с фильмами. Далее мы устанавливаем состояние этого объекта Badge как True, то есть отображать. После чего записываем ту информацию, которую мы хотим отображать, а именно пополнение на 15 новых фильмов. И, пожалуйста, наш Badge начнет функционировать. Но все-таки это все статично, а что если у нас есть приложение магазина, имеется функционал добавления товара в избранное, и нам нужно в Bottom Navigations во вкладке «Избранное» указать количество добавляемых товаров в избранное. Вы сейчас видите мой проект для интернет-магазина по продаже одежды, там я как раз таки реализовал этот функционал. Но давайте вернемся к вопросу, как нам реализовать функционал динамически. Давайте сначала рассмотрим, как выполняется функционал добавления и удаления товара в избранном. Я создал локальную базу данных с избранными товарами, и при добавлении товара запускается метод вставки записи в базу данных, а при удалении запускается метод удаления этой записи. То есть эту запись я отлавливаю по ID-шнику товара, который нужно удалить из избранного, и уже удаляю уже по ID-шнику именно записи в базе данных с избранными товарами. Но все равно остается нерешенный вопрос, как нам динамически настроить счетчик отслеживания товаров в базе данных избранное. Для этого мы в Activity, там где создавали Bottom Navigations, реализуем метод получения количества товаров из базы данных избранные товары. После чего, если их количество больше нуля, то мы отображаем счетчик и записываем в него количество товаров из базы данных избранного. А это количество мы получаем в переменную count. На этом примере вы можете видеть все преимущества работы через Room. Но если вы хотите стать Android-разработчиком оперативно и качественно, освоить только современные технологии, тогда записывайтесь на курс Android-разработчик за 3 месяца. Все ссылки есть в описании к этому видео и в прикрепленном комментарии. А на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи в воскресенье.